Четверг в Самарской области малооблачно, без осадков. Температура воздуха в дневное время плюс 8, плюс 12, ночью 3-5 выше 0. Ветер западный, юго-западный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани облачно, днем плюс 12, ночью плюс 5, ветер юго-западный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти малооблачно, днем 10 градусов тепла, ночью 4 выше 0, юго-западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре солнечно, днем плюс 9, ночью плюс 3, ветер западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 46%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.